Сегодня, пока меня мама отвела в робототехнику, пока я был в робототехнике, мама зашла в Экспресс, купила мне зонтик. Ой, да. В другом. Зонтик, да, это мы маминым солнышко взяли, да. И еще мама и сделали покупочки. Да, в фикс-прайсе. И сейчас мы сделаем и такой зонтик. Небольшой обзор. И, так, ну давай, что будем показывать? Еще деду мне сделал в деревне такой меч. Нагни его. Ой, то у меня он не входит. Вот такой вот меч нам дед сделал, да, в деревне. Два сделал. Один в деревне остался, один здесь. Ну давай, сделаем небольшой обзор. Что я сегодня купила? А можно икону? Давай вот это вот посмотрим, да. А вот, я понял. Вот такие вот ножницы и... Дырокол это, да, вроде называется. Такой фигурные ножницы, фигурный дырокол. Это мое. Это я уже видела у многих, кто снимал фикс прайс. А вы какие ножницы? Да. Кто снимал у нас из фикс прайса покупки. Да, вот я уже у многих такие увидела, но у нас еще не встречала. Вот сегодня а встретила это, и сразу что? Купила. Так, вот это у нас бумага. Можно попробовать? Листочки. Это а для заметок листочки. Можно вот такой на вот. Попробовать? Да, сейчас попробуем. Аккуратнее открой. Так, купила ножницы. Вот такие вот салфеточки влажные в фикс прайсе. Купила головоломки детям. Тоже такие вот интересные тут. Для меня желтые. Разные. Такие вот интересные. Головоломочки. Так, тут, так, что тут у нас есть? Разные. Тут у нас лабиринты, задачки на внимание и логику, рисунки по точкам, а всего 63 развивающие игры. И здесь то же самое. Так, что еще? Купила рамку такую вот 21/30. Это у Гены в садике дали задание сделать фотографию на альбомном листе, вставить рамочку на как осенний город. Вот такая должна быть фотография. Осенний город. На осеннем городе. Вот мы вот такую рамочку купили. Будем сдавать. Потом взяла толкушку для картошки. У нас что-то почему-то сломалось или потерялось. Не знаю, нету. Вот взяли, вот все им встретила и такую вот взяла. Плюс для обуви губку бесцветную. Такая вот. Так, ну и из сладенького. Что у нас тут сладенького? Конфетки любимые. Золотая лилия теперь в новой упаковочке. Были синенькие, сейчас такие желтенькие. Так, потом шоколадочка Аленка. Сладкая мозаика. Тоже очень вкусная. 55 рублей. А, тут есть. Угу. Вот сейчас, Гена. Кофе Арома. 10 пакетиков. 3 в одном. Тоже мне нравится карамельный такой вкус. Очень вкусный. На пробу взяла вот такой вот соус грибной Рико. С настоящими грибами вот написано. Угу. Любимый чай наш зеленый. И все. Так, Гена, давай покажи, что там. Как дырокол работает, мы сейчас покажем. Вот такие вот у нас дырокол. И ножницы покажи, как режут. Резани вот здесь на листочке. И вот какая полоска. Давай получается. Посмотрим. Такая вот волна. Вот такой вот у нас обзор. Витюшка нам уже, он кричит, зовет нас. Ну все, на этом мы заканчиваем. Такой небольшой обзорчик. Все, всем пока-пока. Ставьте лайки, смотрите. Ставь комментарии, пишите. Пока-пока.